Максим Анатольевич, а как вы оцениваете состояние жильцов коммунального хозяйства города Орска? В общем, состояние жилищно-коммунального хозяйства в городе Орске я оцениваю, наверное, на 4. Это, если судить, ну, можно судить, дать разную оценку, конечно, но если вы бы видели действительно всех сотрудников жилищно-коммунального хозяйства города Орска и как они работают, то благодаря этому я, наверное, и, может быть, сказать, завышаю немножечко оценочку, потому что действительно люди работают порой на износ. Вот как-то так. А чего, по вашему мнению, не хватает ЖКХ нашего города? Ну, вы знаете, у ЖКХ не только нашего города, наверное, всей страны не хватает действительно средств. Действительно, средств на ЖКХ выделяется очень мало в последнее время, но это и понятно, потому что вы видите, какая ситуация и в стране, и в области, тем более в городе. Вот. Действительно, не хватает средств для того, чтобы хотя бы привести то, что у нас есть, уже в нормативное состояние, не говоря уже о том, чтобы развивать сеть. Вот. Ну, я думаю, что ситуация вскоре будет улучшаться, ну и мы как бы будем над этим работать. А если говорить о специалистах, сколько людей работает в ЖКХ города? Ну, вот на сегодняшний день, насколько мне известно, порядка 3600, чуть более 3600 человек работает. А какая-то нехватка в специалистах есть? Конечно, есть. Действительно, специалисты самого лично, именно у ЖКХ, отрабатывают, вы не представляете, какое количество, огромное количество жалоб. То есть они, помимо того, что у них есть еще и своя работа, непосредственно там занимаются объездом, там, контролем каких-либо выполняемых работ, помимо этого еще полдня приходится именно отрабатывать жалобы. Это действительно идет нехватка, огромная нехватка людей, которые просто необходимы нам. Ну, я думаю, что при оптимизации штатов наших мы будем учитывать именно в ЖКХ, будем добавлять людей. А каких специальностей не хватает? Да разных. Сейчас я просто вам не могу ответить, но действительно вот не хватает людей, которые работают именно по жалобам.